10 сентября Краснодарский край в шестой раз избрал краевых парламентариев. По нашему Азовскому одномандатному округу, в который вошла территория Славянского района и Трудобеляковского сельского поселения, выборы признаны состоявшимися. Традиционно после официального опубликования результатов итогов выборов территориальная избирательная комиссия Славянская провела торжественное собрание. Основная миссия собрания, проводимого избиркомом по итогам выборов, представить победивших кандидатов и вручить им удостоверения, которые на ближайшие 5 лет станут главным подтверждением того, что они избраны представлять интересы жителей на всех уровнях. Уже не первый раз славянцы, выбирая своего представителя в законодательном собрании края, отдают предпочтение Виктору Чернявскому. На этих выборах за него проголосовало 80,25% избирателей. Окружная избирательная комиссия Азовского одномандатного избирательного округа номер 22 решила зарегистрировать депутата законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва Чернявского Виктора Васильевича, избранного по Азовскому одномандатному избирательному округу номер 22. Второе. Выдать зарегистрированному депутату Чернявскому Виктору Васильевичу удостоверение об избрании депутатом законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва по Азовскому одномандатному избирательному округу номер 22. Поэтому позвольте мне по поручению окружной избирательной комиссии вручить удостоверение и решение окружной избирательной комиссии Виктору Васильевичу Чернявскому. На торжественном собрании присутствовали представители избирательной комиссии, главы поселения района, представители депутатского корпуса муниципалитета. Поздравил Виктора Чернявского со вступлением в должность и глава Славянского района Роман Синеговский. Мы вас поздравляем с уверенной победой. Вот та многолетняя работа на благо жителей Славянского района, она принесла определенные результаты. И как мы с вами вот периодически обсуждаем, маленьких вопросов у нас не бывает. Есть все вопросы, которые действительно очень важные. И, наверное, хотел бы выделить основные наши проекты. Это строительство детских садов, школ, спортивных сооружений. Все эти большие вопросы решаются с помощью законодательного собрания Краснодарского края. Непосредственно с вашим участием, как нашего депутата, мы привлекаем краевые деньги для того, чтобы строить объекты, прокладывать коммуникации, улучшать условия наших жителей. Сегодня, с одной стороны, торжественное мероприятие, но я не считаю его праздничным. Это вот люди сегодня вручили нам в лице Давида Петровича аванс, да? Как бланш или как назвать, уведомление, направление, благословение на ту работу, которой нужно заниматься 5 лет. То ли я уже годы такие, то ли опыт какой-то, я понимаю, что здесь радоваться времени нету, потому что где-то 400-450 у нас строчек, которые будем отрабатывать. И я не сомневаюсь на будущее, в вашей поддержке, потому что спасибо. Ваши слова, что это наша совместная работа, не дороги для меня. На прошедших выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края жители Славянского района на некоторых участках получали по несколько бюллетеней. Ведь помимо краевых парламентариев им предстояло принять участие в дополнительных выборах депутатов Совета Славянского района по Маевскому двухмандатному округу и дополнительных выборах депутатов Совета Славянского городского поселения. Районным депутатом по Маевскому округу с результатом 72% избрана Инна Дьяченко. В городской совет, набрав 65% голосов, прошел Алексей Дейнега. Избранным депутатам были вручены удостоверения и сказаны напутственные слова. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».